Ей, все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сок Яблочный, Good Fox. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Бульбазар будет сегодня огромным шаром, и кого он задавит, тоже превращается в шар и гоняется за остальными игроками. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Он шар такой здоровый, как лет. Давай, погнали. Я надеюсь, у тебя все получится. Что-то невидимка. Невидимка нельзя вставать. Слышу. О, катится за мной. Ну, ты очень медленный. А я очень быстрый. А, упал с горы, упал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Потому что ролики выходят каждый день. Так, ну что? Что-то он там катается на одном месте, ничего у него не получается. Буксует. Да он медленный. Медленный, да, шар? Поверь, очень. Я таких пацанов ловил жестких. Фу, блин, этот звук, я уже боюсь, куда аниматроник пробегает. Смотри, что делает? Прыгает и прыгает. А я бегу на работу в пиццерию. Прыгает. Ты там не меньше нажимай пробел, потому что ты на месте будешь крутиться. Хотя давай. Бы одного, давай. Да, когда уже ты одного задавишь, будет намного легче. Сейчас, когда ты один, да, реально сложно. Катится. Смотри, что делает? Хоп, и мимо. Ну что, бывает, конечно, и лучшие моменты. Мы тупо чили. Ну а что ж. Опа, в другую сторону. Обмани, ты сможешь. Мы возле тебя специально бегаем, может все-таки у тебя хватит ума на задавить как-то. Давай, я верю в тебя. И я верю в него. Один хп у всех, один. О, давайте все залезем сюда. Нет, ты не сможешь так допрыгнуть. Ну, хп. Я буду здесь. Давай, ты его сейчас догонишь. Так. Смотрите, сейчас он залезет и убьет нас. Нет. Ну что, мы скатимся. Оба. Почти. Еще чуть-чуть. Просто немножечко не хватает. Он забил на нас. Так, покатился дальше. Огромный шар. Пацаны, как вы думаете, сможет он задавить? Все-таки ты взял медленного. Давай, дави медленного. Есть. Отлично. Теперь вас двое. Пацаны, сейчас будет нам сложнее выживать. Катится. О, чуть-чуть бы и допрыгнул. Пацан к успеху ушел. Но чего-то не хватило. Опыта, да? Давай, ты сможешь. Я в тебя верю. Так. Нет, я думал, ты будешь прыгать и допрыгнешь. Но нет. Не получилось. Я же просто упаду с этой высоты и разобьюсь. И у меня... Это какой-то... Да, сложновато. О, их же двое, я забыл. Прикатился еще один. Какой-то полосатый. Да, какой-то не такой, да? Нет, тут тяжело, видишь, достать. Они не понимают, как меня здесь убить. Но они смогут, я верю. Так. Давай. Буксуй. Это шанс. Мимо. Ну что поделаешь? Бывает, да, что ты касаешься. Я реально на соплях выжил. Еще чуть-чуть, он бы коснулся меня. Ну... Пацаны, давайте, все сюда. Короче, я знаю, как их обмануть. Давайте сюда. Ты катись. Давайте, царь горы. Пацаны, давайте, шары здоровенные. Сюда все. Катится, здоровяк. Мы что, спрыгнуть не можем? Мы проиграем сразу. А вы можете спрыгнуть. Так, катится со всей силы. Они сейчас... Еще чуть-чуть. Зажали. Да, немножечко осталось бы и все. Чилипиздрик, давайте, все его загоняем. Все за ним, за одним. Давай, мочи его. Ты что такой быстрый? Робо-аниматроникс. О, спасибо, что помог подсрачникам мне. Вот еще этот летающий. Короче, выживают самые... Какие? Быстрые. Слушай, я не буду за ним гнаться, он того и хочет. Не будем тратить свое время. Нам если его загонять, надо с двух сторон. Он тогда спрыгнет и умрет. На гору, да, кстати. Надо это как-то подловить. Давай, иди сюда! Блин, рядышком! Давай, пацаны, мы сможем. Три здоровых яйца. Ой, шара яйца. Настроение, как всегда, очень классное. Так, давай, иди сюда.
Блин, ну я его не могу понять. Сколько аниматроников осталось? Марионетка еще? Так, пацаны, давайте теперь. Если вы проиграете, вы тоже стоите шарами. Поэтому проиграть вам нельзя. Вы должны бороться за свою жизнь. Так, пацаны, надо как-то подловить. Давайте все вместе кататься. Мы как Доврос, мы не поймаем никого. А так мы зажмем этого челепиздрика. По башке ему дадим. Ну давай, ну еще чуть-чуть. Слышь? Обманщик, ну и блин. Я так хочу его поймать. Плохо, что шифт нельзя прожать. Ну пацаны, давайте, давите его. Не сможете. Конечно сможем. Скидывайте его, скидывайте. Так, вас двое осталось? Трое. Три аниматроника. Летим, летим. Давай, блин. Пацаны, вас тяжело поймать. Особенно тебя. Ну смотри, что делает. Это ж я так само убегаю по красоте. Раз, сбоку пробежал. Надо еще кого-то задавить, и тогда нам будет еще проще. Блин, еще чуть-чуть. Да ты медленно, не поймаешь нас. Да поймаю как-то, просто у вас аниматроники быстрые. Я ж не ожидал, что вы так будете быстро убегать. Ну блин, ты смотри, что ты делаешь. Так, пацаны, давайте, все держимся тут. Я бы сорвал. Плохо у вас не 0,5 хп, чтобы вы даже с маленького сюда прыгали и умирали. Давай, дави его, дави! Есть, есть, отлично! Так, у нас уже 4 шара. По красоте. Молодец, загнали его, получается, в угол, да? Значит, мы сейчас можем и другого загнать. Давайте этого робота гоняем. А ну иди сюда, чили пиздрейшн. А у него один хп, перепроверьте. Да, но я всем же. Потому что да. Это... Это будет жопа. Слышь, ты и нам одно хп дал. Но мы-то не проигрываем так с большой высоты. Так, вот он, вот он, вот он. Ну иди сюда. Я не могу его поймать. Слышь, ты сейчас так будешь тпхаться и умрешь. Там музыка играет грустная. Мы веселимся тут. Что, он шар не может взять, пацаны? Да, не может взять. Он не знает, где он находится, наверное. Это пилпак, папка фан. Там есть такой шир. Давай, 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 загоняем его. У него, может, батарейка сядет когда-то. Смеешься, да? Хорошо, давай. Не сядет. Так, я сюда иду, пацаны. Давайте, с той стороны закатывайтесь. Быстрей, 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 быстрей. С той стороны. Давай. Сейчас ты. Отлично, отлично. У нас уже 5 шаров. Так, кто у нас остался из живых? Один Фредька остался? Нет, еще марионетка. Марионетку вообще не вижу. Она очень тонкая. Вижу, вижу. Реально плохо видно очень. Ё-моё, сколько шаров. А как ты хотел? Сейчас мы тебя будем загонять в угол. Пацаны, это шаровая стена. С той стороны надо, чтобы кто-то катился. Давай, 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 давай. Катись с той стороны. Давай, я с этой. Давай. Блин, не успели, не успели. Я был один шарик, а теперь у нас много. Так, я вижу марионетку. Вон она стоит, чекает. Наверх покатилась. Не хватает, знаете, чуть-чуть ускорения, чтобы shift нажимаешь, и шар так сортовал побыстрее. Было бы прикольно. Они легкие шарики. Ну да. Ну чё, иди сюда, подлец. Не попал. Тяжело их поймать, очень тяжело. Хотя карта манюсенькая. Они очень большие. Ой. Кто? Шарики. Пацаны, давайте, поддавайтесь нам, рискуйте жизнью. Мы не будем поддаваться. А придется. Плохо мы не стреляемся какой-то штуковиной. Маленькими шарами. Чего мы тпхаться не можем? Да, было бы прикольно тпхаться. Да не, мы марионетку, мне кажется, вообще не поймаем. Это нереально. А меня и Фреддика, да? Блин, я застрял тут в этой штуковине. Да Фреддика. Просто по кругу от вас бегает. Да это то, что вы бегаете по кругу, так не работает. Надо как-то обмануть вас. Мы умные игроки. Так, поехал наверх, поехал наверх.
Так. Пацаны, надо на горку, чтобы кто-то закатывался с другой стороны. Есть! Я его обманул! Есть! Классно я тебя обдурил? Ты думал, там никого нету? А я стоял до последнего и ждал, пока ты зайдешь по кругу. Вон он. Красота. Все-таки мы смогли. Так, одна марионетка. Как мы ее поймаем? Ой-ой-ой, сейчас что сейчас будет? Че, не срабатывает? Вы прям прыгаете по ним, они не срабатывают. Почему? Что такое? Кто играл за марионетку, ты победитель. Мы не смогли тебя поймать. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!